Всем привет, ребят. Ну что, у нас очередная сборочка для Ронина. Вам понравились Ронины, которых я вам показываю. Покажу вам еще с другими талантами. Вот качнул я от такого вот Ронина. Захотелось прокачать его с разбросиком. В чем плюс разброса, думаю, многие знают, особенно на девятке. Он имеет дополнительное свойство понизить энергию. А в четырех вражеских героев на 60 на PvP локациях это однозначно плюс. Плюс Ронин уходит в инвиз, и он следующему, кого он будет бить, будет каждый раз снимать 90 энергии. Это дофига. То есть фактически герой вражеский вообще заряжаться не должен. Поехали посмотрим. Вот такая вот у нас сборка. Я даже сюда поставил специально Ярость Небес, 35% шанс на стан вражеских героев, которые находятся рядом на 2 секунды. То есть вот так вот появляется 35% шанс того, что застанется вражеский герой рядом. То есть поехали потестим такую вот сборку. Тут, к сожалению, у меня сейчас надо что-то будет нам опять наролить. Карты, как видите, есть. Все, что хочешь, есть. Все, что хочешь, выбирай. Нам надо обратно наролить смотрителя, хранителя леса. Смотрителя, говорю. Для отхила дополнительного. Можно такой вот взять. Сейчас, думаю, пятерку какую-то наролим. Интересную. Чтобы он дольше выживал. Потому что это мы тестили для урона атакующего плана. Это на понижалку. По сути, он даже Фрейя не даст зарядиться, если он на один выйдет на нее. Она ничего не сделает. Так, этот молчание налаживаю. Так. Вот, отлично. Даже вот такую вот сборку можем потестить. Сейчас какую-то еще пятерку наролим. Вот есть так. В общем, такая вот сборка. Отхил у него будет от стана. У него ничего в принципе нет. Сейчас попробуем найти. Ай, блин, Анубис как раз был один. Надо чем подальше героев, чтобы один друг от друга были далеко. Так, ну тут у нас, конечно, воздушек дохренища. Ладно, попробуем еще поискать. Потому что в кучу, если высадить, то однозначно его сольют. А так один на один будет очень интересно посмотреть. Ну и отражалка, конечно же. Вот, отличненько, Фрейка. Конечно, тут, блин, панчбокс может зашотить. Вот видите, то, о чем я говорю, тут просто его шотать будут. У него нету никакой защиты. То есть надо попробовать его сразу же выбросить. Так, корона, дерево. О, кстати, неплохая у Люди Раста. Воодушевлялок не вижу. Правда, у меня смотритель есть, это, конечно же, минус. Ну, я надеюсь, нас не сильно будут шатать. Так, давай, 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 давай. Посмотрите, вражеский Анубис просто не может зарядить. Блин, видите, сливают. Вот минус то, что никакого дефа нет. Но на PvP локациях однозначно будет плюс. Постараемся затащить. В любом случае, если в пачке будет хоть одна девятка хорошая, вот отлично. Это будет однозначно плюс. Смотрим. Просто у него, конечно, дефа вообще ни хрена нет. А вот тут вот самое интересное. Просто тупо Анубис, даже если там и появится, видите, он не дает. Но тут с руки нормально бьют. А то смотритель был. Ну, вроде казалось бы и круто, и не туда, и не сюда. Как видите, отхила дофига все равно у Анубиса. Но он не дает ему хорошо заряжаться так. Ну и не убивает, то есть. Урона, как видите, тоже особо нет. Ну, затащишь, не затащишь. А вот на PvP локациях от такого Ронина будет реально толк. Он уходит в инвиз и сразу забирает энергию.
у 4 минус 60, это немало. В основном многие ставят на PvP ремки, и реально минус 60 сразу это критично. Но один на один он вынести его не может. Вот так вот. Печалька. Не вариант. Ладно, поехали поищем еще кого-то. Так, ну что, попробуем отсюда зайти. Ну тут, наверное, опять смотритель сейчас может с одного удара вынести. Вот отлично, смотрите, как станется еще дополнительно. Жесть, командора попадает. Забирает, получается, энергию у командоры, и она все равно бьет. Снес. Отлично. Блин, там огник. Жалко, жалко. Ну, вдвоем они снесут. Это надо один на один. Ну, так интересно, конечно. Давайте еще поищем кого-то. Хотелось бы Фрея вот эту выманить. Попробовать она с водушкой, конечно. Она сейчас может стычки снести его. Там еще и огник рядом. Да, без вариантов, в общем. Ну, то есть, по нему попадать будут однозначно и везде. Так. Блин, ну порадуйте еще. Это разброс героями. Тут, конечно, еще суть, чтобы не включался смотритель. Вот это самое важное. Так, ну попробуем. Если повезет, конечно же. Ну куда ты побежал? Вот барана кусок. Сейчас они с Минотавром его оприходуют. А может и нет. Смотрите, получается, срабатывает офигенно стан. Прикольненько. От башен, от всего срабатывает стан. Самое главное, чтобы там он по одному выносил. Ну, просто не дает ему включиться. Это там у нас Седна с воодушевлением. Блин. Ну, видите, все равно попал. А хороший был бы результат, если бы он дошел до огника, потестить против огника один на один. Так, ну тут опять же у нас все заряжены сейчас будут. Но он, наверное, не добежит даже до огника. Можно было бы, в принципе, ему забор проломать. Давайте сейчас так и сделаем. Огник имеет быстрый заряд, то есть тут тоже. Так, Сетна, Анубис, ну попробуем тут выпустить. Что-то у всех одинаковые герои после битвы гильдии стоят. О, супер. Вышел со стана, сразу наложил стан. Так, что тут отражение, что ли? Да, судя по всему, отражалки, блин. Печально. Но Анубис тоже ничего не может сделать. Инвизи он его не видит, а так если бьет, получает стан сразу же. Тоже прикольно. В общем, прикольная тема стан рунами. Но урона, как видите, не особо много. Но имеет право на жизнь. В любом случае он будет очень хорошо снимать энергию. Единственное, чтобы по нему не попали, потому что у него никакого дефа нет. Ну давай, убьешь или нет? Ну, вообще урона нет. Получает отражалку там, походу. Победный выпад.
сразу же стан получил, оно без два раза ударил, получил стан. В принципе, интересный вариант. И он не дает ему зарядиться вообще. Ну, добей, 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 побери дальше. Блин, смотрители бьют. Ну, видите, со смотрителем реально, блин. Печально все. Опа, есть. Отлично. Смотрим дальше кино. Так, ну тут Ронин против Ронина. В принципе, он этого Ронина сейчас не увидит. Самое главное, чтобы этот Ронин нам много урона не наносил. А Огник, как видите, заряженный. То есть против него не катит. Мы его больше заряжаем. Он сразу же ультует. Так, окей. Такая сборочка интересная. Давайте на экспедиции потестируем. Может, тут что-то интересное будет у нас. Так, где там он у нас? В любом случае, он один на один тут героя должен выносить. Пачка, конечно, его может шатануть с одной этой тычки. Но один на один он сейчас не даст просто черепу зарядиться. Вот смотрите, стан срабатывает вообще отлично. Ну и все, череп, до свидания. Сейчас еще забытый потестируем, посмотрим, как он там себя показывать будет. Так, мы заигрались на фрейм. В общем, это надолго, я так понял. Так, отлично. Вот смотрите, герои заряжены. Оп, выпустили сразу же минус энергия. Очень прикольно. Сейчас его, наверное, шатанут. Фига себе, смотрите, как стан срабатывает обалденно. Так, там отражалка, блин. Ну, прикольненько, что я могу сказать. Интересный вариант. Давайте поехали в забытую. Конечно, вы у себя не тратите кулаки на такое, но реально разброс 9 очень крутой. Вот давайте череп. Ой, отлично, вторая эволюция. Сейчас мы на хранителе походу должны будем слиться. Если он, конечно, успеет включиться. Так, урона у нас не так уж и много. Да, хранитель включился и все. И мы просто на нем слились. К сожалению. А интересный был бы вариант. А тут у меня черепок с таким талантиком. Так, хорошо, давайте обновим. Может, что-то интересное. Вот еще разок давайте. Черепа тут нету, как раз отлично. Супер. Череп против такого Ронина просто мясо будет. На изи просто. Так, ну тут капитан Рогатка, Фрея.
Но было бы неплохо, конечно, тут Фрея, наверное, либо рогатка. А, тут еще и Асура у нас. Да, тут он убьется. Но шанс был очень интересный. Вражеский Анубис пытался добежать, но не смог. Так, давайте против этого. Тут без вариантов, наверное, вообще. Вот еще и стан срабатывает, вот что мне нравится. Получается, только он появляется, кто-то по нем бьет, и сразу же стан срабатывает. Вот в чем плюс, три героя сразу же выключаются. Это однозначно плюс. Надо будет побольше таких рунок натаскать, когда будут продавать. Так. Ну, давайте тут попробуем. Вот, кстати, интересно против ворожея. Ай-яй-яй, попали. Видите, попадают по нем. Единственный, самый большой плюс, он у вас беззащитный остается. Ну, не знаю, ребят, вот такая вот сборка. Пишите комменты, что вы о ней думаете. Ну, конечно, что тут думаете? Это реально бред полный качать такого героя с такой сборкой. Но, блин, он реально прикольный и веселый. Где-то по-любому когда-то пригодится мне. Не пригодится, то не пригодится. В принципе, он прокачан чисто для силы. Пишите, каких ронинов вы хотите еще увидеть. Сейчас поехали попробуем что-то сделать на арене. Вряд ли он тут что-то затащит. Но это будет прикольно, если он сейчас этих всех ушатает. Не, они просто пусть его пробьют. Без вариантов, конечно. В общем, так вот, ребят, такая вот сборка. Попробую вам еще другие позаснимать. Но реально сборка интересная, веселая. Когда-то она по-любому пригодится. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.